Финальной точкой ежегодного шествия первоклассников по традиции стала площадь Кирова. Там юных гостей и их родителей уже ждали представители различных профессий, компаний, учебных заведений, клубов по интересам. Каждый приготовил занимательные развлечения. Например, как узнать жесткость воды, первоклашкам объяснили с помощью цветного опыта представителя РКС «Петрозаводск». Наглядный эксперимент собрал целую толпу любопытных школьников. В водопроводную воду добавили краситель и специальный раствор, а после несколько капель пока неизвестного малышам вещества трилона Б. И вода фиолетовая становится... Смотрите. Видите? Синий. Видели? Синий. Это совершенно обычное исследование, которое проводится в лаборатории. Вполне реально. Мы просто его вынесли на площадку. На интерактивной площадке школьники смогли посидеть за рулем и сфотографироваться в кабине рабочей машины ПКС «Водоканал». Машина, значит, представитель ПКС «Водоканал». Аварийная машина, в общем, большая. Участвует в аварийных работах. Качает воду с колодцев. Поехали! Осторожно, осторожно! Не просто посидеть за рулем, но и попробовать справиться с огромными рукавами пожарного гидранта. Развлечения оценили юные представители обоих полов. А мне понравилось, но только что не надо было вот так вот приплющивать, потому что можно было вот так вот, а потом поправлять. Но я говорю, давай не надо скручивать, надо подхлопывать, чтобы было ровнее. Они все равно меня не слушались. Но все получилось в итоге? Да. Устранить вымышленные повреждения первоклассникам предложили при помощи закручивания задвижек. Сделать это нужно было на скорость. Вот, пошло дело, пошло. И крутим прямо до упора. В импровизированной лаборатории H2O первоклассники сосредоточенно проверяли свой глазомер, отмеряли заданное количество воды, отвечали на вопросы викторины. В честь праздника школьники получали не оценки, а сувениры от РКС «Петрозаводск», которые пригодятся первоклассникам для учебы. Мне понравилось. Весело было? Да, весело. Наталья Кузьмина, Владимир Волотовский, Андрей Хамбир, Сампо ТВ 360.